Если в день заменить час сидения перед телевизором или компьютером на чтение полезной и интересной книги, то ты станешь самым умным человеком среди своего окружения. Все успешные люди – пташки ранние. Что-то особенное и магическое есть в раннем подъеме. Это часть дня, когда еще мир не проснулся, самое важное и вдохновляющее. Упрощай свою жизнь. Упрощение – это устранение ненужного и бесполезного. Необходимо уметь упрощать все, что можно и нужно упростить. Чем будет проще твоя жизнь, тем больше ты сможешь ею наслаждаться. Наслаждаться жизнью в постоянном стрессе и хаосе невозможно. Найди для себя тихое время. Остановись, прислушайся к себе и своему внутреннему голосу. Обрати внимание на все, что имеет для тебя значение. Возьми за привычку просыпаться рано, когда вокруг тишина, чтобы медитировать, размышлять и созидать. Постоянно тренируйся. Регулярная активность сохраняет здоровье. Если у тебя сейчас нет времени на тренировки, рано или поздно ты все равно начнешь их делать, чтобы поддерживать свое здоровье. Спортом можно заниматься не только в тренажерных залах, но и дома. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!